Вот второй вариант произвели. Я разными видео здесь произвел. В этом варианте золото покрыли со середины. Тоже очень круто получилось. Как будто кусок слитка золотого 999 пробы расплылся по матовости поверхности стекла. То есть будет предоставлено два варианта заказчику. Первый и второй. Тоже в виде листа. Это будет парящая конструкция с таким декором. В оригинале посередине будет отверстие, будет крепиться на стропе и будет так чуть-чуть под наклоном, и их будет очень много. То есть будет красиво. Можно и так его тоже крепить. Так будет парящая конструкция. Фотографию я прикреплю парящей конструкции. То есть производим декор для парящих конструкций. Тоже очень красиво получилось. Влагостойкое золотое покрытие. Ни химии, ни воды не боится, ни темнеет, не облетает.